Аймак Хупсугул находится на возвышенности. Из-за природных особенностей среди местных жителей широко распространены заболевания сердечно-сосудистой системы. Поэтому здесь особенно велика потребность в оборудовании для ЭКГ. В Аймаке самыми отдаленными самонами считаются Цаган-Нур и Ханг. Они находятся в 320 километрах от центра. Теперь их жители смогут получить первую медицинскую помощь на месте. Машины УАЗ, полностью укомплектованные медоборудованием, предназначены для медобслуживания территорий, находящихся на расстоянии более 100 километров. При помощи медоборудования можно на месте установить диагноз, можно сдать кровь и мочу на общий и развернутый анализ. Благодаря этому проекту я уверен, что здоровье граждан Аймака Хупсугул будет под надежным контролем. В передвижной скорой помощи компактно уместились аппарат УЗИ, глюкометр, аппарат для анализов. Здесь даже есть стол и стул для врача. В этот раз передвижная больница была подготовлена для аймаков Хупсугул и Южногабийского. Мы помогли укомплектовать переносное оборудование. Здесь есть переносной аппарат для анализа мочи, очень легкий, быстро выдает результаты. В рамках проекта по увеличению доступности медобслуживания южным и западным аймакам, осуществляемого при помощи чешского агентства по развитию, объединенным больницам Южногабийского аймака и аймака Хупсугул, было вручено медоборудование на сумму 88 миллионов тугриков. Мы представляем международную негосударственную организацию Чехии People I Need, которая участвует в реализации этого проекта. Наша организация негосударственная, ведет свою деятельность в 55 странах. Кроме реализации проектов здравоохранения, мы ведем деятельность в образовании и сельском хозяйстве. В сельскохозяйственной отрасли мы реализуем проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства. За период с 2011 по 2013 годы аймаки Архангай, Урхангай, Завхан, Баянханор получили медоборудование и технику на сумму 300 миллионов тугриков. При помощи передвижного оборудования вышеназванные аймаки смогли оказать медицинскую помощь 19 683 гражданам из 30 отдаленных самонов. В дальнейшем реализация проекта продолжится. В Южногабийском аймаке проживают 50 тысяч граждан. С 1 сентября местное население 14 самонов аймака сможет получать медобслуживание при помощи передвижной больницы. До конца года планируется провести медосмотр жителей 9 самонов. Долгор Сорен, АЭС Монголия. Чего-то потом читать.